morning, New York. On today's show... This is your victory. When do we beat Mexico at the border? They're laughing. Салам алейкум. Мы остановились в такой глухой деревушке, но это еще не в Мексике, уже на границе с Техасом. Музей. Решили заскочить и сами посмотреть, и детям показать. Зашли в музей. Тут даже вон касса у них очень такая старенькая. Часы. Все, вот какие-то камушки. Наверное, какие-то кости динозавров. Джари Тамерлан. Вон рога серьезные. Тоже вот касса. Видите, как раньше давала, наверное, что-то по деньгам. Вот детские какие-то старые игрушки. И не только. Ты что, это же старинный. Это же музей. Вот серьезные рога. Раньше были у людей. Пойдем дальше. Болит. Отличные вещи. Наконечники стрел. Это разные какие они были. Пошла за руку. Не могу уже. А вот смотрите, в каком году появилась Барби? В 1962 году появились такие игрушки. А я помню, в нашем детстве были игрушки похлеще этих. Это 1920 года игрушки. Видите, такие игрушки были. Видите, вот старая рояль. Балан, аккуратно, он падает что-то. Наверное, много повидало это пианино. Вот смотрите, какие пистолеты интересные были. Серьезные пистолеты. 1650-1730. Вон, видите, какая серьезная пушка была. Так, незаметно не поносишь. Ружья. Кинжалы, сабли, ножи. Ну, какое красивое ружье. Вот наручники. Вот значки. Значки шерифов. Часы, помните, как в фильмах старых вестернах? Время смотрели и стрелять начинали. Кандалы всякие, наручники, оружие. Это уже, по-моему, 1892 года. 94-го, 60-го. Зимний вариант штанов, видите, с мехом. Вот мужской набор. Все жили элегантно. Набор шерифа и пистолет, и ножик. Ножик, пистолет, вернее. Вот так
уже револьверы разные. Кольты. Вот еще оружие, седло. Ничего, кожаные штаны сохранились. Так, ну здесь уже у нас вот с капканы. Это уже даже вот пила серьезная. Маленькая. Наша тема строительная. Вот уже базовая для детей. Или для маленького роста такого. Пойдемте сюда посмотрим, что здесь интересно. Вот седла серьезные такие. Сколько, да, всего это интересно повидало. Слушай, просто у нас Америка все равно ассоциируется именно с вестерном, с ковбоями. Да, если. Вот. Смотрите, какие старые седла, да? Деревянные. Жесткие. Вот инвалидное кресло, смотри, какое интересное. Пройдетесь по истории. Вот, кстати, вот такие батареи сейчас современные, очень дорогие. Вот он, настоящий автопарк. Вот, смотрите, какие серьезные кареты. О, дети счастливы. Вот так раньше на таких вот каретах, телегах все перевозилось. Вот в такой вот хоронили. Вот видите, похоронная карета. Вот так вот народ запрыгивал, сидел. Ну тут прогулочная, скорее всего, карета. Это вот лимузин, можно сказать, микроавтобус. Тут уже такая рабочая телега. Всякие приспособы интересные. Ну, вот первые стиральные машинки с сушилками. Ну, слушай, а ты, все, Кайден, заходи, готов. Вот трактор.
Дети уже освоили. А, да, это тоже, наверное, стиральная машинка старого образца. Нет, вот здесь, наверное, или здесь стиральная, а здесь отжимали. Не написано просто. Вот тут мы вышли на улицу. Тут даже вот чьи-то могилки 1880 года. Тома Понт. Вильям Джонас Айлс. Алиас. Вот так многие пишут мое имя. Алиас. Все думают, что меня так зовут. О! Это вот такая вот тюрьма была. Вот так вот закрывали, да? Вот так вот. И все. Выпустите меня отсюда. И не выбежишь. Вот, карета 1890 года. Кильбере была. Ярамара. Но это уже такой серьезный аппарат, закрытый. Вот такой вот быт был у людей. Кровать, гитара, шляпы, кухня. И вот на кухне, вон мясорубки, помните, которыми мы пользовались? Многие даже до сих пор еще пользуются. Вот такой был быт у ковбоев. Ну да. Так, ну и здесь уже вот пошли автомобили. Написано руками не трогать. Вот так вот. Зеркальце. Вот такие вот автомобили. Как наше лого почти. 1963 года Шевроле. С 1966 года Форд. Валит Китана. Аделя, забери его ту. Вот кабриолет какой. Вот так вот, три педальки. Тормоз, переключение. Что это у нас? Форд. Вот сторонка до сих пор выпускается. Он до сих пор выпускается под таким же названием. Это Ford Truck. Вот видите, первые траки. 1917 года. Первый трачок. Ну ничего так. Полукабриолет даже. Вот видите, колеса какие. Деревянные диски. Вот она все помнит, да, как заводится. Это тоже колеса, кстати, деревянные. Нормальные деревянные диски. Поломался, пошел, отстрогал себе и дальше. Это уже 52-й год автомобиля. Вот такие вот автомобильчики. Папа, дядя. Ну, на меня ага. Смотри, вот ни одной фотки не могу. Папа, 1930 года Ford купе. Куда нельзя залазить? Тамерлан, кит Анан. О, давай туда зайдем. А, купе. Тамерлан, ставь его за мотоцикл. Вот так. Вот тоже трачок. Двухместный. Двухместная тарантаска. Вот зеркало. Это Dodge. Вот. Commercial Truck. Commercial Truck Dodge 23-го года. Вот это уже моя тема. Даджи я люблю.
Вот интересно, лосопед, да? Прямо именно лосопед. Хочется отметить, вот такие вот тележки для детей до сих пор продаются, но чуть поудобнее. Сколько номеров? В Америке любят народ номера собирать.